Третье поколение пикапа Nissan Navara из России ушло 4 года назад, но в Европе интерес к пикапам растет. Navara входит в тройку самых популярных моделей и заслужила модернизацию. Дизайн не изменился, если не считать черной подложки светодиодных фар. В салоне новая медиасистема Nissan Connect с увеличенным экраном 7 до 8 дюймов. Несмотря на долгие разговоры, модель так и не дождалась двигателя V6, позволившего бы Nissan конкурировать с мощным модификациями Форда Ranger Raptor. Зато базовый дизель уложился в нормы Евро 6D темп. Как и прежде, мотор предложен в двух версиях, и младшая прибавила 22 ньютон-метра тяги. Семиступенчатый автомат перенастроен, а вот шестиступенчатая механика полностью новая. Здесь снижены шумы и изменена схема переключения передач. Задние тормозные механизмы теперь дисковые, а диаметр передних дисков увеличен. Рессорной подвески в Европе больше нет. Navara с полуторной кабиной получила пружинную многорычажку от старших версий с Double Cab, причем доработанную и усиленную ради повышения грузоподъемности. А вот у родственного Nissan пикапа Mercedes проблемы. Если верить источникам издания Automotive News, X-класс будет снят с производства. Пикап выпускается на том же заводе в Барселоне, что и Nissan Navara, но продается неважно. За весь прошлый год в Европе, Австралии и Южной Америке удалось реализовать лишь 16 700 машин. Даже с учетом высокой цены, это едва ли устраивает Mercedes. В России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году было продано лишь 264 экземпляра.